что все классно. Здесь надо подвинуть вот так вот и подвинуть вот так. А то вот две ножки короткие, которые надо подумать, где они становятся. Может, это вспомогательно. Пацаны, вы уже разобрались. Потом... Зачем стоять и нам ты здесь так, не думать? Я просто вам объясняю, где становятся ножки, чтобы вы поняли. Смотрите. Это не сюда. Дай смотрите. Смотри, вот две дырки есть, Витёк, внизу, смотри. А вот это острое зачем? Вот. Вот там есть петельки такие. Ты хочешь сказать, вот что это острое, блядь, зачем? Вот так оно ставится сюда вниз. Вот сюда. Вот ставится, но не ставится так, Витёк. Оно вниз это ставится. Это вход, дядя. Миша, кидай на жерика, блядь. Я снимать буду эту первую рыбу, блядь. Эту первую рыбу я сниму на телефон, блядь. Вот так вот, прямо будешь кидать. Йо, снимали конец. Сколько удочки? 1000. Он мне сегодня принес тут за 3700. Слышишь? Ну, я оставил дома. Настоящий спиннинг должен быть цельным, что ты знал. Так, утро. Он не влазил в машину. Тоненький, легенький, легенький вообще. Витёк, а маленькие тычки вот здесь вот ставятся. Оно не должно быть ровно, оно будет под откос. Маленькие сюда? Да, вот они есть. Ну. Что ну? Хорошо. Все. А надо закрылись и все. Две вот сюда. Одна и вторая. Вот, вот они. Теперь собирайте две тычки с этими штучками. Вот сюда и туда. Только начните и сверху. Это вот это? Да. Нет, вы по шнуркам смотрите. Палки шнурками. Вот где вы видите шнурки? Вот эти палки, которые у вас. Не, дядя. Кто натягивается на шнурки? А вот это открывается и делается это. Вот, смотри. А вот это что, блядь, здесь? Для чего вот это? Это вход. А это ж вот для чего просто вот эти шнурки? Это для подвязки. Это еще для подвязки? Ну когда загинать? Нет, на колышки и все, я понял. Вот это. Ну, это растягивается. Вот, ну, берег. Берег будет там.